Кіра атакує. У Кушугумській школі захворіло одразу 13 учнів та одна вчителька. Наразі школу закрили на карантин. Усі хворі знаходяться в обласній інфекційній лікарні у стані середньої тяжкості. Під медичним наглядом знаходяться 720 людей, у яких міг бути контакт з хворими. Нагадаємо, інкубаційний період кору близько 2 тижнів. Перші симптоми – підвищення температури і кон'юнктивіт. На 3-4 день на шкірі з'являються характерні висипання, і людина стає незаразною для оточення. Карантин продовжується 21 день. Коль опасно именно осложнениями. Самое важное, самое опасное осложнение – это корьевые первичные инфекции, корьевые пневмонии, корьевые энцефалиты. До 10% случаев таких заканчивается летально. Хотя присоединяться могут и бактериальные инфекции на фоне кори, потому как корь очень значительно снижает иммунитет, и любая бактериальная инфекция легко присоединяется. Это те же самые отиты, синуситы, бронхиты и те же самые бактериальные пневмонии. Школа закрыта до 23 числа, она не работает, там перенесены каникулы. По школе проводится генеральная уборка с применением ДЭС-средств, с кварцеванием помещений. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано всего 62 случая. Запорожье было эпицентром или эпидемиологическим началом этого процесса. К нам привезли эту инфекцию из Харькова. Это лица ромской национальности, и 80% заболевших, переболевших по городу Запорожье, это в основном и есть лица ромской национальности. Ну и, к сожалению, не приходится говорить о том, что они прошли вакцинацию в полном объеме. Ни один из заболевших детей не был привит в полном объеме против кори.